Попросили меня тут записать книгу еды в Инстаграме. Я уже забыла, что это такое. То ли когда готовишь сам и снимаешь, то ли когда снимаешь и то, что не совсем сам готовил. Ну, в общем, я сейчас постараюсь записать. Завтрак, да, вот, да, было сразу предупредить, у меня на кухне слегка бардак, и я только что из душа собираюсь в сад открывать теплички. Поэтому, если у вас бомбит от чего-то такого, что не соответствует вашему мнению о жизни у других, то лучше отойдите от экранов. А то вас так разбомбит, что вы тут насрете тонну с километрами. Ну и всех остальных, типа, оставайтесь со мной. Я каждый день сейчас делаю капучинку. Я думаю, видно, что тут молочко. Молочко, кстати, козье. Я очень надеюсь, что... Так, кот не поймался. Кот не его тут ничего хулиганить. Как раз на капучинку. И вот то, что мне тут подарила Заремка. Из Икеи. И вот то, из-за чего вчера и запросили, я так понимаю, книгу еды. Делала вчера ладушки. Сейчас я постараюсь это как-то поближе показать и поднести. В общем, обычные ладушки, 2 яйца, лапы дрожат, на простоквашке с содой чуть-чуть песочку, полчайная ложка, и не знаю, сколько муки там, я что-то ложками столовыми с горкой фигачила, мука у меня была для оладий и блинов. И тем временем у меня сготовилось молочко. В общем, оно где-то... Ну, тут не видно. Оно белое на белом.
Сейчас будет понятно, я думаю, потому что тут тоже не полная чашка. И венчик мы сразу помазали. Кстати, очень хороший венчик. Держать не надо, нажал на кнопочку. Просто, точнее, не надо держать с кнопочкой, можно просто нажать на нее. Ну и как бы практически завтрак готов. Еще раз, наверное, попробую опустить. Капучинка, оладушки. Ну и тут у меня есть варенька. Вчера оно, по-моему, было в мисочке маленькой в Инстаграме. Переложу куда-нибудь. В общем, я, наверное, продолжу это снимать, а может быть, выложу потом. А может быть, даже сама появлюсь в кадре. Не знаю. Все тот же бардак. Не успела я еще убраться. Зато успела подстричься. А это у меня борщик. Если кто-то сомневался, что вдруг. Ну, я знаю, что кто-то там сомневался. Как-то где-то писали в камень, так что типа борщ надо уметь готовить. Вот я вторую неделю хаваю борщик на свининке. Ну, он, конечно, со сметанкой будет. Ну, и может еще что-нибудь засниму попозже. Вообще, я дико хочу кушать. А еще у меня тут винегретик с помидоркой и зеленым лучком. И, по-моему, еще петрушкой. Вот так. Ну и как бы поздний ужин. В банке я решила продемонстрировать это. Тут лимон, мята, сахар. Изначально был лед замороженный мятный. Ну, уже просто кипяточек, фильтрованная водичка. И в чашке он же. Чашка, кстати, подарочная. Из города Кимр. Я думаю, узнаваемая. И да, чайный пакетик. Пироги это не мои. Мне для этого еще расти, я думаю, у меня руки не с того места растут, чтобы пироги делать. Да и не в чем духовка или печка, что-то в этом роде, чем эта тетя моя делала. И там вот блинчики со сметанкой из домика, из деревни. Это как раз блинчики ермолинские. В общем, я думаю, для книги еды один день из жизни Лёли, точнее, один день еды из жизни Лёли, Лёли на еды, сойдет. Ну, если еще возникнут какие-то запросы, там, также внезапно в Инстаграме или просто еще вдруг что вам захочется, то можете писать под этим видео. И сегодня я постараюсь записать еще один видос. Специально голову помыла. Потому что шампунь, который мне Аленка подарила, в общем, ну, видимо, он с моими волосами не совсем дружит, хоть и для жирных. И к вечеру они уже не в таком состоянии. Ну и заодно продемонстрирую вам как бы новую стрижку. На этом все. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока.